Менее недели осталось до очередной громкой премьеры, которыми привычно балуют своих зрителей киноконцертный зал «Панорама» на Смоленском 29. На сцену выйдут артисты знаменитого театра Алексея Рыбникова, которые представят новую версию легендарной рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Уже более 40 лет прошло с момента премьеры спектакля «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, которая состоялась на сцене легендарного театра «Ленком» в 1976 году. Популярностью этому персонажу добавила и киноверсия о похождениях этого то ли мексиканца, то ли чилийца, то ли благородного разбойника, то ли обычного бандита. Тем не менее, тогда вся страна наизусть знала песни и из спектакля, и из художественного фильма. Я тогда училась в школе, еще в начальных классах, и мы заслушивались вот этот вот альбом, который вышел со своими одноклассниками. Просто напевали мелодии, это настоящие шлягеры. 5 лет назад в не менее знаменитом театре Алексея Рыбникова состоялась премьера новой версии рок-оперы под названием «Хоакин Мурьетта. Любовь и смерть». В отличие от спектакля 70-х годов, основой послужила реальная история Хоакина Мурьетты и народные легенды, окутывающие эту противоречивую фигуру времен «Золотой лихорадки». Именно эту версию и увидят зрители ККЗ «Панорама». Тверичане одними из первых увидят новую концертную версию знаменитой рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, где будут задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова. Они же и участники, звездные участники проекта «Голос». Это, безусловно, будет премьера, которую, безусловно, стоит посмотреть. Итак, 13 октября в 17:30 на сцене киноконцертного зала «Панорама» тверичане и гости города смогут увидеть спектакль о жизни и смерти Хоакина Мурьетты. Билеты можно заказать по телефону 300-033, категория 12+.